Хотіла нашу розмову розпочати із заяви президента Володимира Зеленського. Він говорить про те, що зараз надзвичайно важка ситуація на кількох частинах фронту, саме там, де російські війська зосередили максимум резервів, і вони користуються затримками в допомозі України, і це дуже відчутні речі. Дефіцит артилерії, потреба у фронтовій ППО та у більшій далекобійності нашої зброї. Він все сказав після, зокрема, того, як відвідав куп'янські позиції. Романе Григоровичу, ми вчора з вами проговорювали власне це питання, і ви говорили про те, що ніякої критичної та небезпечної ситуації немає. Тому ці слова президента, вони адресовані на що? До наших партнерів, щоб якомога більше акумулювати, знову ж таки, зусиль навколо допомоги Україні, от з вашої точки зору, чи все ж таки перед нами постають серйозні проблеми? Ну, критическая ситуация на фронте, критическая ситуация в локальной точке, критическая ситуация для государства – это разные критические точки. Вот для государственности, для государства критического положения точно нет. У россиян нет таких механизмов для того, чтобы на данный момент угрожать нашей государственности или с какой-то такой мощной проблемой, чем она есть на данный момент, увеличить ее или создать украинцев. Есть локальные вопросы, которые невозможно решить без внешнего воздействия. То есть те вопросы по некоторым направлениям, там где-то 4-5 направлений, где россияне сейчас действительно выполняют боевые действия. Опять же, какого уровня? Россияне выполняют боевые действия, чтобы улучшить свое оборонительное положение. Это надо четко понимать. Это не наступательные действия стратегического характера. Это не какие-то новые направления. Они пытаются в тех условиях, которые сложились на данный момент, для них худшие условия, ну вот худше не придумаешь, прижатая армия полумиллионная к Азовскому морю на глубину в 100 километров максимум, это худшие условия. Вот они хотят в этих худших условиях, находясь в этих худших условиях, улучшить свое оборонительное положение. Работа, допустим, в районе Купянска, у них же задача какая? Выйти на левый берег Оскола, Оскольского водохранилища, дойти до лимана, выйти на левый берег Северского Донца. Это называется выдавить наши войска с этого треугольника. Но задача какая основная? Это улучшить свое оборонительное положение, прикрыться водой, прикрыться рекой. Та же самая картина по левому берегу Днепра. Они почему работают по Крынкам и пытаются сбросить наши войска? Это как раз, чтобы прикрыться Днепром. То есть улучшить оборонительное положение. Почему все силы, средства россиян в последнее время были переброшены в район Авдеевки, не выдавили наши войска? Чтобы улучшить свое оборонительное положение, потому что находиться рядом с Донецком, Макеевкой и Ясиноватой такому плацдарму, это наступательный был плацдарм. Авдеевка, мы говорим, наступательный наш плацдарм для дальнейшего разрыва российской группировки в Донецко-Макеевской агломерации. Вот они выполнили, выровняли фронт, то есть улучшили оборонительное положение. Сейчас все силы и средства россиян будут брошены в район Работино для того, чтобы срезать наш какой наступательный плацдарм. У них это большущая проблема на этом направлении. Если они этого не сделают в этом году, они этого не сделают, нет механизмов, то дальнейшее наше движение в сторону Токмака, мы как минимум даже без авиации еще 15 километров пройдем, а это уже практически к Токмаку подойдем. Перережем железку, шоссейку на Токмак, это практически лишим левый берег российских войск от снабжения, основного, по крайней мере, снабжения. Плюс район той же Белогоровки, это тоже вклинение в сторону Лисичанска. Вот наши войска сейчас стоят, такой Белогоровский выступ, это сибирское направление, это тоже для россиян, это большой геморрой однозначно, они будут пытаться срезать, но опять же, какую задачу выполнять? Оборонную, не наступательную стратегическую, а именно оборонную для того, чтобы перейти в течение там нескольких месяцев в серьезные оборонительные позиции. У них ритмы определенные заканчиваются. Каждая война – это ритмичность, определенные ритмы. Вот у россиян ритм сейчас наступательный, но они выдыхаются, в смысле, наступательные позиции, они заканчиваются, тот потенциал наступательный. И дальше пойдет ритм обороны, то есть они уйдут в режим активной обороны, где-то глухой обороны, для накопления, для следующего ритма. И вот они пытаются подойти к этому оборонительному рубежу, вернее, к этому окончанию наступательного ритма, как раз с хорошими оборонительными позициями.
Потому однозначно, но это не катастрофа, это не какая-то там критичность или еще что-то. Это совсем, это из области фантастики, это просто нереально. А просто те позиции, которые мы в прошлом году завоевали, наступательные, вот их критично оставить. То есть нам надо дальше двигаться, надо понимать. И вот эта критичность есть вот в этой позиции. То есть мы можем потерять свои лучшие наступательные позиции. Нам придется еще раз их отвоевывать. Вот Авдеевку мы потеряли как наступательный плацдарм. Нам, чтобы ее обратно отвоевать, поверьте, разу в 10 надо больше будет потерять. И тогда нет смысла ее тогда отвоевывать. Тогда уже есть смысл отрезать весь Донбасс, но это через несколько лет, ну, как минимум не в этом году, в следующем, не раньше, отрезать весь Донбасс от России, от Луганску по Луганск-Таганрог, по востоку Донбасса. Уже на Авдеевку нет никакого смысла возвращаться, потому что потери будут неимоверны. Вот, а вот здесь есть критичный подход. Почему? Потеряли лучший наступательный рубеж, восстановить его надо бы много потерь. Та же картина и с Работино. Так еще Авдеевку мы ее оставили там с 2014-2015 года. А Работино в прошлом году, сколько мы потеряли там сил, средств для его взятия и освобождения. А и потерять его в этом году, так тогда вопрос, а что было в прошлом? Потому вот такие, они, с одной стороны, они не критичные с точки зрения стратегии, но они критичные с точки зрения тактики, даже в оперативном, на определенных оперативных уровнях. Здесь есть критичность, и напрямую зависит от количества боеприпасов. А вот это здесь уже вопрос к нашему, во-первых, Министерству обороны, причем тут напрямую вопрос к нашим партнерам. Сначала к Министерству обороны. Боеприпасы где? Сколько вы уже, 10 лет занимаетесь, война с 2014 года, где боеприпасы, куда дели, чем занимались и кто руководит Министерством обороны. А потом уже второй вопрос уже к нашим партнерам, к гарантам Великобритании и Америки, где вы гарантируете, где гарантии и в конце концов пора уже принимать решение. Ну и с просьбой, с большой просьбой, чуть ли не с поклоном к нашим партнерам остальным, то есть тем, которые нам помогают только из-за того, что ну, они тоже беспокоятся о своей безопасности, помогают нам как раз в этой парадигме. Здесь уже просьба, если есть возможность, помогите, потому что у нас некоторые критические моменты, связанные с тактической обстановкой. Романе Григоровичу, от ви говорите про те, що хвилюються вони і за свою безпеку. А чи не здається вам, що останнім часом, враховуючи всі ці заяви, так зокрема і західних лідерів, що змінюється фокус уваги з України саме на їхню безпеку? Чи так не можна говорити? Та однозначно, це з одної сторони, це неплохо. Це даже хорошо. Почому? Тому що раз Європа починає думати о своїй безпеці, причому не просто думати, вони вже починають її усилювати. Эту риторику мы слышим, уже дошли до того, что европейцы уже думают свой ядерный зонтик создавать. Это очень правильно, очень грамотно. Мы можем помочь. У нас два реактора чернобыльских могут вырабатывать оружейный плутоний. Его надо запускать, эти реакторы запускать на производство как раз ядерного оружия в том числе. 4 килограмма а Янукович, как раз американцы, выделили из Януковича в сторону России 4 килограмма оружейного плутония. Это как раз тот плутоний, который был произведен еще в свое время теми же 4 реакторами чернобыльские. Потом были 2 реактора, один взорвался, второй потушили. Но 2 реактора работало, и их остановили, опять же, под давлением американцев. Остановили только из-за того, чтобы они не вырабатывали оружейный плутоний. Потому здесь этот механизм европейской безопасности, ядерной в том числе, мы можем в ней участвовать, создав и себе ядерный щит. Но и производство вооружений в Европе сейчас, оно в конце концов нам даст усилия, они нас усилят однозначно. А это именно производство. То есть одно дело, что они там передают, что могут, а другое дело, когда начинают производить. Причем креативность производства, это же не старое, не с прошлого тысячелетия вооружение начинает производить, лишь новейшее производит. Айрис-Т, мы же прекрасно видим, это новейшее вооружение, которое очень хорошо себя показывает, потому как только они увеличат его, нам точно перепадет, поверьте, потому что нас видят однозначно в общей системе безопасности, тем более ядерной в том числе, я уже сказал почему.
Данія заявила про те, що вона віддасть Україні всю свою артилерію, і прем'єр-міністерка Данії говорить про те, що вона закликає європейські країни передати Україні боєприпаси та системи ППО, оскільки вони їй зараз потрібніші. Романе Григоровичу, чи правильно я розумію, що все це вони віддають із своїх ось цих недоторканних запасів, потім там вони якось запускають так виробництво, будуть поповнювати всі ці запаси, і чи можуть тоді цьому прикладу наслідувати інші країни? Датчане как раз это и показывают, то, что надо делать сейчас. Для того, чтобы запустить новое производство, надо старое передать нам. Ну что значит старое? То, которое лежит в НЗ, вы правильно говорите. Ну НЗ в чистом виде, неприкосновенный запас, нам никто не передаст. Поверьте, те НЗшки, которые у них есть, к ним близко не подойдут. Ну у них есть достаточное количество боеприпасов, которые на данный момент им просто не нужно. Ну не нужно датчанам абсолютно артиллерия, ну нам просто не нужна. На той географии, на которой они находятся, на них никто с артиллерии не нападет. И, естественно, системы, некоторые системы ПВО им тоже не нужны, особенно те армейского уровня, не глобальная система противовоздушной обороны, не авиация, там F-35, а именно армейского уровня, которые нам точно помогут. Дело в том, что так вот как датчане, к нам уже относятся несколько стран. Нам, может быть, не все именно, но вот большинство своих ненужных по географическому положению вооружений нам передают. Вот нам очень много передает вооружений Испания. Никто об этом толком не говорит, и, может быть, и не надо, так сказать, кричать об этом, раз не хотят. Но испанцы нам передали очень большое количество вооружений. У них там зуб такой хороший по россиянам, они же каталонцев там поддержали, там ДНР своеобразную создали в Испании проблему. Эта проблема, это ж удар по испанской короне, по тем родственникам королей испанских, которые, поверьте, сотни лет накопили достаточное количество вооружений и финансирования в том числе. Так вот, вот эти примеры европейского сотрудничества с нами, передача нам определенных видов вооружений, причем особенно с прошлого тысячелетия. Опять же, новейшее – это одно, а то, что лежит, и его надо использовать, а использовать по прямому предназначению. Для чего европейцы создавали вооружение? Для того, чтобы уничтожить сначала советскую армию, потом российскую армию. Но вот мы же ее уничтожаем. Потому подход очень правильный, грамотный. Я думаю, в этом году, вот, примеру датчан, испанцев последуют остальные страны, особенно Западная Европа. Западная и Центральная Европа. Вот в Восточной Европе здесь надо увеличивать свой потенциал в том числе. Это румынам, полякам, той же Молдове, наконец, надо уже расчухаться, создать свою армию. Странам Балтии, финнам, шведам. Это один вопрос. А Центральная Европа и Западная Европа, ну уж точно с нами поделятся, я думаю, как раз датский пример даст возможность работать политикам внутри каждой из стран, чтобы принять такое же решение.